Вашему вниманию тема «Жизнь на новой земле. Растворение во времени. Отец Абсолют. Практики». Читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я дам вам еще одну практику, которая поможет вам гармонично взаимодействовать с энергией времени. Сейчас на вашей планете наступает уникальный период, когда привычный вам старый мир начинает рушиться. И поскольку линейное время тоже является частью этого старого мира, оно также начинает менять свои параметры. Но в данном случае очень важно, чтобы, находясь на одной волне с вашей планетой, энергия времени резонировала также и с ее обитателями, которые находятся на самом разном уровне духовного развития, а значит, имеют огромный разброс в вибрациях. Каким же образом энергия времени решает столь сложную задачу? Эта разумная энергия пытается настроиться на средний вибрационный уровень жителей планеты, на котором она могла бы взаимодействовать с ними в этот непростой переходный период. На практике это выливается в новые отношения людей с энергией времени. Вы начинаете воспринимать ее по-новому. Ваше ощущение времени отклоняется от привычных показателей. И для кого-то оно начинает бежать, а для кого-то наоборот останавливаться. Чтобы привести его в комфортное для себя состояние, вы можете использовать следующую практику. Назовем ее «Растворение во времени». И вот в чем она заключается. Представьте себе энергию времени в виде прозрачной, предельно разреженной субстанции, подобной облаку, либо легкой дымке тумана. И вы постоянно находитесь внутри этой субстанции, которая окутывает вас своей энергией, словно покрывалом. Попробуйте ощутить ее физически. Затем представляйте всю Землю, окутанную этим легким прозрачным туманом, состоящим из энергии времени. А дальше вам предстоит соединить эти две энергии времени, свою собственную и Земли. Но сначала вам нужно войти в резонанс с вашей планетой. Как следует прочувствовать ее вибрации, ее пульс, ее дыхание. Станьте одним с ней существом. Попросите энергию времени в ваших тонких телах слиться с энергией времени энергетического пространства Земли. Таким образом, вы войдете в резонанс одновременно и с вашей планетой, и с новой энергией времени, вибрации которой соответствуют уже новым параметрам Земли. Эта практика может получиться у вас не сразу, но не торопитесь, родные мои, наберитесь терпения. Сейчас очень важно энергетически полностью сонастроиться с вашей планетой. И временной фактор является одним из самых важных на этом пути. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец Абсолют говорил с вами. Вы прослушали тему «Растворение во времени». Маленькое дополнение. На этом канале YouTube Лора Шереметьева есть ролик «Заземление». Кто его не посмотрел, пожалуйста, посмотрите. Есть тема заземления, написанная в книге Амура Гуанинь «Наследие Плеяд». Те, кто еще не заземляется, предлагаю вам неоднократно в день заземляться. Причем вы можете заземляться любым цветом. Золотым, серебряным, серебряно-золотым, фиолетовым. Тем цветом, который интуитивно привлекает ваше внимание. Те, кто сегодня заземляется, чувствуют себя гораздо спокойнее и гармоничнее. С вами в заземлении. И с вами в резонансе с временем, как своим, так и планетой Земля.